Здравствуйте, уважаемые пчеловоды и любители пчеловодства. Общаясь на просторах интернета с коллегами-пчеловодами, заметил такую особенность. На канале YouTube не встречал видео от пчеловода Владимирской области. Хотелось бы исправить это недоразумение и сказать, что пчеловодство Владимирской области есть, оно существует и вполне себе успешно. Вот, собственно говоря, наша пасека, мастерская. Это наша территория. Здесь, собственно говоря, я и проживаю. Что можно сказать о нашей пасеке вкратце? У нас предусмотрен полный цикл. То есть от изготовления ульев, рамок и, собственно говоря, до получения пчелопродукции. Мед, прополис, перга, воск. Все это мы успешно получаем, реализуем. Пользуется все это спросом. Вот такой у нас зимовник и мастерская моя. Так, сейчас она используется как склад. Вот что мы успели в этом году приготовить для следующего пчелосезона. Это корпуса наши, крыши, донья, рамки. Вот так у нас все организовано здесь. Вот еще корпуса. Сразу говорю, что корпуса каркасного типа. Все это делаем мы их сами. Что можно сказать о них вкратце? Не буду их рекламировать, не буду говорить, что они хуже или лучше другого типа ульев и технологии изготовления. Но преимущество, как я считаю, в их дешевизне и простоте изготовления. То есть любой маломальски знакомый человек со столярным делом, имеющим небольшие навыки первичные, имеющий ограниченный набор инструмента, может себе позволить изготовление таких ульев. Мы давно их используем. Вот там у нас уже как бы из ульи, которые мы использовали, в них получали мед. То есть никак, ничего плохого о своих ульях сказать не могу, только положительные стороны. Ну, главная положительная сторона – это цена изготовления. Продаем мы их пчеловодам также дешевле, чем ули из массива. Что хотелось бы еще рассказать о нашей пасеке? Вот здесь у нас наше помещение для зимовки. На 25 пчелосемей здесь оно. Здесь зимуют исключительно слабые семьи, отводки, запасные матки. Температура в этом помещении поддерживается плюс 4-6 градусов Цельсия постоянно. Оно утеплено хорошо. И опыт показал, что в этом помещении гарантированно зимуют слабые семьи и отводки. То есть дополнительная гарантия, что семьи слабые не погибнут. Основная масса пчелосемей на пасеке зимуют в холодном помещении, в амшаннике. Ну, утепленный сарай, рубленный сарай, я бы сказал. Зимуют неплохо в таких вот ульях. Также в таких ульях зимовка происходит вполне себе хорошо и в условиях улицы. То есть пчелам комфортно,
пчелы зимуют. Вот все, что хотелось рассказать о своей пасеке пока. Так что пчеловодство Владимирской области есть. Оно существует. И вполне себе. Не сказать, что в промышленных масштабах. Я не буду говорить о своей пасеке так. Но и любительской ее назвать уже нельзя. Так что смотрите видео. Кому интересно, пишите в комментариях что-то. Подписывайтесь, если нужно. Я думаю, видео с нашей пасеки будем продолжать. Всего вам доброго и до новых встреч.